Пользователи соцсетей просят о помощи. Люди пишут, не всех кировчан госпитализируют в инфекционные госпитали. Часто скорую приходится ждать по несколько суток. Но даже если удается попасть на КТ, врачи диагностируют поражение легких, больные остаются дома. Со слов пользователей соцсетей, после обследования люди с высокой температурой своим ходом возвращаются домой. И такие случаи не единичны. Как стало известно нашей редакции, одна из семейных пар неделю не может дождаться госпитализации. Муж кировчанки заболел еще в прошлый понедельник. Все это время температура держится около 40. Флюорография показала воспаление легкого, но до сих пор заболевшего не госпитализировали. Мы снова вызывали скорую. Она приехала, вы знаете, еще на нас накричала. Мы экстренная служба, мы оказываем только экстренную помощь. Какую вам экстренную помощь оказать? Я вообще в шоке. Мы в тяжелом состоянии, как? Сказала результат этого флюорографии, посмотрел, ой, да у вас тут небольшая племянника. А потом стал слушать и говорит, ого-го, да у вас уже двухсторонняя. Вас лечить надо только капельницами. И они уехали.